И снова здравствуй, зритель. И привет, Лёлька из Тюмени. Ты там, я подозреваю, давно уже этот месяц, наверное, как ждешь этот обзор. Короче, обзор с запасов мыльно-рыльного. Мыльно-рыльного, короче говоря, того, что у меня есть. И я думаю, можно, наверное, отнести к запасам те гели, которые я открыла, поюзала, но они пока стоят, потому что я юзаю другие гели. Или мыло, или что-то в этом роде. И то, что я юзаю... И оно местами заканчивается, это, наверное, не относится к тому, что запасы. Потому что запасы эти, вот это все, что я тут достала сейчас с полочки, вам-то, конечно, не особо это видно, потому что у меня тут тубареточка, она пониже, чем камера. Но вот рука, где лежит, вот здесь вот у меня часть, там еще рядом, подальше, снизу. Оно у меня реально так в полочке, где вот запасы стоят. Обзор парфюмерии я не знаю, когда смогу сделать, ну, когда-нибудь, наверное, сделаю. А в общем, начать я хочу с мыла. Большая часть, мне кажется, две трети того, что у меня тут есть в запасах, это подарки от Лёльки из Тюмени. И, наверное, две трети этих двух третей – это то, что от нее вот в последней ее посылке. Там есть еще часть от других людей, то есть подписчиков. Всем, конечно, спасибо за ваши подарки, они у меня тут все юзаются. Ну и часть того, что я сама покупала, либо делала. В общем, тут вот мыло я как-то перед Абхазией делала, вот у меня одно осталось. Я вообще его хотела товарищу задарить, но товарищ, оказывается, жидким мылом пользуется. И прикиньте, вот мне чаще попадались мужики знакомые, вообще все какие конкретные мужики вот знакомые, так вот моего возраста плюс-минус, так это так, хозяйственным мылом, одним кусковым мылом, а тут вот и шампунькой, и гелькой, наверное, и жидким мылом. В общем, вот у меня оно лежит, я уж не помню, с чем оно. Возможно, да, ну, по-моему, с эфирным маслом розы заюзаю когда-нибудь. В общем, мыло, которое я до этого достала, это Линнмон или как-то так. Мыло, помню, оно белорусское вроде. Крем-мыло туалетное, твердое, марки специальное с глиной. 140 грамм. Да, это Минск... иностранное унитарное предприятие «Мед». Интерпласт. Минская область, город Несвиж. По-моему, в нем я и не была, в этом Несвиже. По-моему, мы только мимо проезжали. Нам тупо этот из автобуса, вроде там какой-то замок есть этот Несвижский. Показали этот замок этот Несвижский. А может и была, я уже точно не помню. Ну, короче, в общем, вот мыло. 140 грамм. Я буду на пол ложить. Складывать. Чистая линия фитотерапия, сладкая клубника, 90 грамм косметическое мыло, подходит для лица, рук и тела. Больше мыла, меньше цена. Мне Лёлька писал, что это мыло, по-моему, продается, блин, где оно продается? Так, какой? Фикс прайс. И то, наверное, тоже фикс прайс. Я фикс прайс, я очень крайне редко бываю. Благодаря в основном Лёльке, ну и всем остальным, кто мне посылал когда-либо какие там полезные такие мыльно-рыльные подарки. Я даже у нас в магните как-то не смотрю, сколько мыло стоит и где оно вообще есть. Ну просто как-то, ну не надо, вот и не смотрю, потом мыло я могу сама своять. Так, чистая линия фитотерапия, нежный персик. Косметическое мыло подходит для лица, рук и тела, 90 грамм. Такое у меня уже было, мыло, можно сказать, это повторялочка. Опять же от Люльки. Так, мыло, крем-мыло туалетное, твердое, марки специальное, с грязью лечебной. Тоже 140 грамм. Сзади меня ноутбук, я за него чуть-чуть задела. Так, земляничное натуральное мыло, изготовлено в лучших традициях для вашей семьи. По-моему, оно 160 грамм, да, 160 грамм, и, по-моему, это Нефис Косметик. Татарское мыло. Если не путаю, вот Нефис Косметик. Так. Абсолют. Крем. Два в одном. Природная нежность и защита рук. Масло чайного дерева плюс пантенол. Не содержит триклозан. Антибактериальное крем-мыло. Вообще ни разу не пользовалась антибактериальным крем-мылом. Вот такое я видела, но я не покупала. Вот даже не придется мне его. Лёлька подарила. Так. Пантеноловое крем-мыло «Весна», 75 лет, опыт работы, натуральное мыло, главаптека. Вот жидкое мыло у меня закончилось весны от Лёльки. Дегтярное оно или дегтярное, я все время его как-то не так называю, оно будет у меня в пустых баночках.
По-моему, оно у меня закончилось в прошлом месяце, но мы с ней, с Лёлькой решили с ней, да, что из одной пустой баночки делать пустые баночки как-то странно. В общем, оно у меня будет июль-август, 90 грамм. Кстати, в этом тоже, по-моему, я вроде говорила, нет? Где оно тут, эти грамм? Да, тут тоже 90 грамм. Еще одно мыло. Я за полгода их только не осилю, но зато не надо покупать мыло. Вот у меня там одно закончилось с прошлой посылки Лёльки. Я открыла другое мыло от Ифраше. Как бы не надо геморриться, что вот надо бы своять мыло там или надо купить. Мыло я не покупаю уже давно. Вот иногда так прикалывает, там, допустим, ну вот Вейва не брала, когда Женька еще занималась Эйвоном. Я не знаю, может, она еще и занимается, но мы с ней как-то не сконтачились. У нее там свадьба случилась. Мне сначала на мозги капали, что я должна быть на этой свадьбе, потом меня благополучно продинамили. Но я как бы и не стремилась. Вообще, я надеюсь, что они сделали эту свадьбу. Она, ее муж, максимум их мамы, и свалили в какую-нибудь там Абхазию или в какой-нибудь Крым или еще куда-нибудь. Ну, как нормальные обычно люди. Я не говорю, что те, которые устраивают пышную свадьбу в стиле абхазцев на 800-2000 человеков или на 120 человеков или на 300 человеков или на 50 человеков, чтобы напоить гостей и через полгода разбежаться, что вы ненормальные. Но если вам финансы позволяют, и вы при этом не берете кредиты на свадьбу или еще какую-нибудь хрень, то... Ну, каждый сходит с ума по-своему, чего бы и нет. Я вон тут чуть было не купила себе чая на ЧБЕ на 2500, потом подумала, нахрена мне этот чай, я весь когда-либо его пробовала в своей жизни, и как бы то, что я хотела, у меня уже снова есть. Хотя я думаю возобновить эти чайные обзоры. Сначала думала купить этот чай, чтобы делать чайные обзоры, потом думала, у меня столько всего чая, который я еще на той квартире, некоторые такие комбинации, сборы, букеты и чая, травы и прочей. Травы, которые растения, типа там ромашка, прочая роза, не обозрела, хотя у меня список даже где-то лежит, я вот помечала, что я обозрела, что я нет. И, допустим, я обозревала луны с копом, а можно отдельно обозреть тот же женьшеневый лун. Ну и, короче, решила, что нафиг мне этот чай. Вот сию минуту он мне как бы не нужен. Короче, у каждого свое хобби. Я про то, что вот, ну... Вот, не знаю, раскрываю тайну или нет, но есть у меня одна подписчица, с которой мы в прошлом году в реале познакомились в Москве. Потому что вдруг она против того, что я вот сейчас вот это скажу, назвав ее имя, да, и вот эта подписчица говорила, что она своим мужем расписалась, а там с друзьями они побухали и свалили куда-то там в путешествие свадебное. В общем, деньги тратили на свадебное путешествие. Так что, в общем, когда-то я у Женьки покупала, когда я у нее могла еще купить этот Эйвон, мыло, и вот иногда я покупаю какое-нибудь такое мыло, ну, чисто попробовать, как бы, хочется что-то нового, да, вот. Ну, и в Ифраше я иногда покупаю, ну, вот. Вообще, меня стабильно в Ифраше жаба душит, но как-то я хотела купить мыло, лимитку, а его уже раскупили, а как-то я специально покупала, там был, в общем, парфюмерная вода, ну, цветочный диск в коробочке, и там вот это цветочком было это мыло. В общем, иногда я покупаю мыло. Иногда мне самой, у меня еще иногда бывает запас мыла, а мне хочется чего-то такого вдохновения, пришло творческое, я ваяю себе какое-нибудь небольшое мыло. Так как у меня давно уже что-то не покупают, нету заказов ни на мыло, ни на дезик, ни на этот воск для ногтей или бальзам для губ. Поэтому я иногда чисто делаю для себя что-то вот так вот, торкнуло в голову. Но по большей части у меня есть мыло Люлькино. И когда один кусочек заканчивается, начинается другой. Выгодная цена, весна, 75 лет, ассорти, мед и молоко, тоже 90 грамм, вот, мыло. Факс, лесные ягоды, новое что-то такое, я разглядела, 75 грамм. Я этот факс видела у нас в черном коте, сколько он стоит, я не помню, ну вроде как бюджетно так. Хотя я вообще уже не помню, сколько мыло стоит, сколько оно должно стоить, как оно бюджетно, как оно не бюджетно. Тут у нас небесная гармония Сенса, 75 грамм туалетное мыло для лица, рук и тела с ароматом ландыша и яблока. Раньше, помню, мне очень нравился аромат ландыша, духи. А потом у меня бабушка подарочки кошке Дашке, она любила так иногда погадить там, где не надо, ну, в смысле, не в свой туалет кошачий, а где-нибудь на видное место. Или на не очень видное место. Спрыскивала духами, которые ей дарила. И не только я дарила. И потом у меня долго-долгое время ассоциация ландыша была вот именно с этим вот моментом. А потом просто как-то он мне приелся. Ну, короче, я люблю аромат ландыша. Так что, если вдруг вы где-то увидели какие-то духи ландыша,
И думаете, ой, блин, Лёля столько времени вкладывает в эти ролики, надо ей подарить. То вот у вас как бы повод будет. Палмолив Натурель освежающий летний арбуз. Я тут делала арбузное варенье. Купила тут себе арбуз, когда последний раз приехала из деревни. Давно уже приехала из деревни. Меня как раз близкие родственники в Пензу валили. Я, кстати, планирую обозреть чай, который мне привезли из Пензы. Молочный, зеленый, с заварочкой. То все так вот медитативненько. Но, наверное, это уже будет после деревни, потому что у меня перед деревней еще куча дел. Вот сегодня просто вот выбрала такой момент, чтобы и то успеть, и это, раз я завтра не еду. Короче, я ваяла себе арбузное варенье, потому что у меня был 6-килограммовый арбуз, и там немножко оставалось, и я думаю, что бы не сварить. Но его надо хранить в холодильнике по тому рецепту, что я делала. Я не помню, в кубет я его скидывала или нет. В общем, тут у нас... Я люблю такие мыло глицериновые, прозрачненькие. Вот у меня это есть мыльная основа прозрачная, а есть белая. Так, слушайте, у меня закончилось мыло. Мне его больше... Нет, еще не закончилось. Еще вот тут кусочек, оказывается, есть. О, я на что-то нажала, и ноутбук засветился голубым. У меня там что-то обновлялось. Оно никак не могло обновиться. Так, мыло туалетное, целебные травы, лаванда. Бережное очищение с природными травами. Нефис косметик 160 грамм. Хоть как сейчас помню, потому что вот такие кусочки Нефиса косметика, они по 160 грамм. Хорошее вообще мыло, вот это, целебные травы, но вот если в мыльничке попадается вода, то оно размякает. А так очень хорошее, надолго хватает. Настолько надолго, что успевает надоесть, и там можно ему голову помыть, можно и тушку помыть, и руки помыть. И уже надоело, ну когда же ты уже закончишься? Я иногда открываю какой-нибудь другой кусочек мыла, его ставлю там на кухню руки мыть после посуды или еще так. Но по большей части я его доделываю до конца, до того, как открываю другое мыло. В общем, у меня как бы есть еще мои всякие отвали для ногтей. Но тут как бы еще и бальзамы какие-то у меня есть, и те, кто мне дарил бальзамы. И если вдруг вам надо этот обзор не мыльно-рыльного запаса, а вот что у меня в этой моей большой косметичке, где там всякие лаки для ногтей, бальзамы для губ и прочая требуха, то я вам тоже обозрю как-нибудь. В общем, у меня в запасах Oriflame, бочонок... Я вот не помню. Бальзам для тела. Для тела на хохлядском. Ой, пардон. Ну, вы это, если что, не обижайтесь. Вы можете меня обозвать. Если вы с Хохляндии, то можете меня как-то обозвать в комментах, применительно к моей этой русской национальности. Ну, в смысле, России, бытия, место жительства. Если вас так сильно вдруг обидят. Ну, бывают люди, которых обижают. Так, специальное смягчающее средство, вот тут Россия, Белоруссия сделано, оно у нас в Дублине, Стокгольм. Слушайте, вообще оно сделано в Индии, я только сейчас увидела, тут просто куча всего что-то написано. Oriflame, короче, сделано в Индии внезапно. Мне Лёлька говорила, но я забыла, по-моему, оно с ароматом розы или с экстрактом розы, хрен его знает. Ну, если что, Лёлька, подправь меня в комментах. У тебя есть такой аккаунт с красивой аватарочкой. В общем, это я покупала сама на Гринмаме. Сливки косметические для снятия макияжа. Череда и курина дуванчика. Не ароматизировано. Мне очень нравились в свое время сливки. Потом что-то я как-то про них забыла. Потом вот внезапно, когда последний раз в Гринмаме что-то покупала, их купила. Может, предпоследний раз. Ну, короче, когда-то я их купила. У меня еще стоит молочко для снятия макияжа, которое я всегда раньше, пшеничное молочко, или как-то так, с пророщенной пшеницей, хз. Короче, гринмамовское молочко для снятия макияжа, 300 мл, там где-то 1/3 или 1/4 уделанное, которое я всегда покупала, но у меня оно стабильно раздаривалось. Или, Лёнь, ну что, тебе жалко, что ли? Я твоя суперподруга, мы с тобой черти сколько лет знакомы. Я не на кого-то конкретно намекаю, если вы вдруг подумали, просто на такие люди, которые раньше на меня действовали, типа, я же твоя подруга, тебе что, жалко? Причем я помню, как-то я у какой-то своей, типа, подруги что-то такое спросила, но она мне жаловалась, ой, слушай, мне брат духи подарил, они такие невкусные, они мне так не нравятся. Я говорю, слушай, ой, говорю, такой вкусный аромат, говорю, хочешь, ну, типа, отдай мне, тогда их, если тебе не нравится. Ты чё, ты же моя подруга, мы с тобой должны поменяться. Я думаю, я тебе столько подарков делала. Ну, в общем, я вот про таких людей, когда я что-то пытаюсь сказать как в стиле отзеркалить, то мне такого выдавалось. Сейчас я уже не пытаюсь сказать, если мне что-то нравится, сама себе покупают. Ну, либо связываться с подобными говнами, да ну нафиг. Короче, в общем, у меня там это молочко для снятия макияжа стоит тут. Вот.
Я его юзаю, а это вот у меня в запасах. 170 миллилитров тут, сроком оно у нас, где этот срок-то вообще? До мая 2020 года мне его надо уюзать, но так как Green Mama сдается срок с запасом, вот у меня до февраля, оказывается, было молочко, хотя я его осенью покупала, ну как бы там даже полугода еще не было, вот. Меньше 4 месяца оставалось у меня до срока годности. Вот я им пользуюсь, и ничего ему не холодно, не жарко. У меня некоторые средства, которые я когда-то дарила, для меня покупали вот мои друзья некоторые, вот, и не совсем друзья, у них в ваннах внезапно нахожу или в комнатах, уже такие на 2-3 года просроченные и вполне еще юзабельные. Раньше просто в Green Mama был срок годности 3 года как-то так, 2,5, а сейчас уменьшился, но идет типа с запасом. Тут очень даже хороший состав, вода, куджутное масло, миндальное масло и что-то такое растительного происхождения. В общем, мне оно нравится, хорошее, если что, я вам такое советую. Сколько оно сейчас стоит, хз. Но сейчас на Green Mama, по-моему, на него тоже вроде скидка идет. Идет до 18-го вроде как числа, но у них стабильно там всякие скидки, акции идут. До 18 числа августа, осталось немножко, да, совсем. У них 35% на 35 продуктов. Я сегодня постараюсь этот ролик смонтировать, чтобы он вышел еще, когда эта акция действует. Так, вот этот я юзала, видно, что, да? Это от Лёльки. Avon Sense, сладкие удовольствия с ароматом ванильного мороженого, увлажняющий крем-гель для душа с экстрактом соевого молока. Очень вкусно пахнет именно мороженкой такой вот. На тёплое, ну, в смысле, когда летом холодно, вот оно идет хорошо. Вот этот мне очень понравился, он очень экономичный. Я не знаю, что они сделали со своими гелевыми гелями. Мне раньше очень нравились Avon Senses, потому что они, во-первых, ни хрена не мылились. Фиг их было достать, они шли какими-то ушлепками такими. И, ну, не нравились они мне. А тут и мылится хорошо, и пенится хорошо, и идет как надо, и вообще дофига экономичный. Поцелуй солнца с ароматом розового грейпфрута и абрикоса, увлажняющий гель для душа с экстрактом грейпфрута. Кстати, очень вкусно пахнет именно грейпфрутом, напоминает ифрашевский, розлитый в России, или просто ифрашевский вот этот грейпфрутик. Очень классный гель для душ, спасибо Лёльке. Ну, вот сейчас пока он упал у меня с пола, в запасиках стоит, потому что я там другим геликом юзаюсь, который у меня в 2 экземплярах, я его купила в ифраше, когда последний раз была в Ярике, вот где-то там месяц что ли назад. Он для лица, для тела и головы, для волос и тушки, короче, я им юзаю вот именно и то, и другое, как шампунь, и как гелик. Avon Sense, средиземноморские приключения, моменты безмятежности с ароматом лимона и черной смородины, увлажняющий гель для душа с экстрактом морских водорослей. Это тоже от Лёльки, из ее последней посылки, тут они все по 250 мл, я его тоже уже немножко юзала, очень классный аромат, мне понравился, когда жарко, самое то. Ну, я думаю, что и в другое время, вот чисто надо отбодриться, этот гелик подойдет. Тут у меня, этот я еще не открывала, но это, можно сказать, повторяшка вот в большом формате. И в маленьком мне Лёлька уже дарила, и я заказывала, и даже Ленка Снегирёва мне дарила. Кстати, 12 августа был год, как мы с ней перестали общаться по ее инициативе. Я совершенно забыла про эту счастливую в моей жизни суперскую дату. Я даже думала перед этой датой ссылку на пост в ЖЖ про ТКНН убрать, но что-то как-то замордовалась тайпом. Короче, тарт с садом, яблоками забыла. И тут буквально вчера вспомнила вечером, думаю, блин, ведь недавно было 12 августа. В общем, Avon Senses, парфюмерная коллекция, нежная любовь Парижа с ароматом розы, риза и нотами, янтаря, гель, крем для душа, вдохновлен парфюмерией. Аромат такой, как мне очень нравится, это Эрис Нуар и Фрашевский, это вот такой же эликсир Буа Сенсуэль, кажется, так называется, та вариация эликсира от Ифраше, который мне очень нравится, который я себе покупала в Ифраше пару раз, вот у меня еще стоит в запасах, ну, в смысле, в этой полочке парфюмерии, не то, что в запасах пользуюсь. И мне еще дарила Лена Минск-Москва, подписчица, и вот... Я помню, там обзор какой-то был, вот идет с посылки, и в какой-то момент я открываю коробочку и так вот вскрыкиваю от радости, неожиданности, а там вот именно эти духи. Так, вот тот гель, про который я уже говорила, это Yves Rocher, мое зеленое лето, My Green Summer, 200 мл, сделанное во Франции внезапно.
И, в общем, 169 рублей оно стоит. Тут, как я уже говорила, 200 миллилитров. Оно для волос и тела. Очень классный аромат. Я тут чуть было на Ифраше не сделала заказ. Там до 19-го у меня есть бонус на день, фу, на день рождения, хотела сказать, на год знакомства. 19 июля 2011 года я делала первый заказ в Ифраше на интернет-магазине. И у меня там по коду бонуса идет гамаш для рук. Ну вот, так как мне монетка переведется только, сейчас у меня меньше денег, чем на минимальный заказ этот, ну, на бесплатную доставку, в смысле, на 1500. Свободных денег, а переведется у меня монетка только 21-го, как раз когда перестанет бонус действовать. Я хотела спрей для тела вот с этим ароматом заказать. Он, по-моему, 400 с чем-то, 449, что ли, хз. Но как-то в итоге я посмотрела, что там, ну, мне не надо ничего, кроме спрея, а минимальный заказ там 890. А в Ярике я уже хз, когда поеду. Так что вот как-то так. Снова легкий намек, подумала вдруг я. Если вдруг решите мне что-то задарить, то вот такой спрей для тела. Но это не обязательно совершенно, если я вдруг тут, я как бы не умею ничего просить. Ну, сейчас я, наверное, наглею. Вообще, наверное, надо иногда учиться наглеть. Короче, вот повторяшечка. Благодаря Лёльке из Тюмени у меня есть вот такой шампунчик. Я уже такой вот именно заказывала в Ифраше. Это мицеллярный шампунь 300 миллилитров. Он тоже сделанный в России под присмотром Франции, но он очень качественно сделан, очень экономичный, надолго хватает. По-моему, месяца на 4 мне его хватило. Очень классный шампунь. Я его еще не юзала, но вот он у меня стоит, потому что у меня пока была будет в пустых баночках этот шампунь от Green Mama, вишенка, которая, кстати, стала как-то чутка, у них поменялась формула, стал более экономичный. Мне его хватило практически на 3 месяца, потому что у меня еще отлито 60 миллилитров флакончик деревня, и я в Абхазию его тоже отливала в этот флакончик. В общем, вот, вообще классно. Я поняла, что в Ифраше сейчас что-то все сменилось, что-то по дизайну старые продукты стали в новом дизайне, а что-то конкретно так сменилось, и вот семейный там шампунь и эко-шампунь, они как бы остались, только дизайн сменился, а вот мицеллярного такого уже нету. Ни с этой... Не, мне очень нравился шампунь у них для объема, или блеска, фиг его знает, для объема, по-моему, с мальвой, вот нету этого шампуня, и вот этого тоже уже нету, там другие мицеллярные шампуни, но такого уже нет, к сожалению. Так что это у меня, можно сказать, раритетная бутылочка от Лёльки, это я сама покупала в Черном Коте, его продают, и больше нигде не видела. Хорошая жидкость для снятия лака, кальций, лимонное масло, 200 миллилитров. Я, наверное, в третий раз уже, если не в четвертый, я его покупаю. Но стоит в запасах, у меня вообще там другое немножко есть. Но так как я почти полгода лаком не пользовалась, вот сегодня только намазюкалась специально для этого обзора, то у меня там еще, в принципе, она долго еще стоять будет. Я даже близкому родственнику такую штуку покупала, потому что она намного лучше, качественнее. По-моему, она что-то около 50 или 60 рублей стоит. У меня есть, все никак не закончится. Ну, правда, у меня сейчас корейская пенка от Улада, которая меня уже, наверное, давно не смотрит. Или смотрит анонимно так, из-за угла, короче. Привет, Улад, если ты меня еще внезапно вдруг смотришь, я твоей пенкой для лица корейской пользовалась буквально сегодня. Я то ее юзаю, то про нее забываю. В общем, она у меня стоит в ванной, это я периодически пользую. Их меняю местами, потому что у меня как-то одно надоедает, другое хочется попробовать. Тут 150 миллилитров, это от Алены с Украины, которая ведет блог косметический и блог о путешествиях. На блог у меня ссылка в интересных блогах на странице канала есть, так что, если интересно, загляните. Ну и у Алены еще в Инстаграм есть страничка, она там про путешествия выкладывает, я на нее подписана, я вообще мало на кого подписана, так что, как бы, можете глянуть. Баланс контроль, очищающая пенка для умывания, матирующий эффект, это моя любимая эльфа, доктор Санте. И отдельно, я, по-моему, про нее уже даже снимала какой-то ролик. Ссылку не смогу дать, потому что, ну, может, постараюсь найти ссылку на этот ролик и дам уже вот буковки «И». Ну и, наверное, ссылку все-таки на блог Алены, на один из, на путешествие, сделаю в этом, в инфобоксе. Короче, вот. Где есть ссылка на донат на развитие канала? Наглеет Лёля, да? Короче, хорошая очень пенка, экономичная, ну... Вот стоит она у меня. Надеюсь, я когда-нибудь задела ее. Сейчас гляну, когда вообще у нее срок годности. До 3 ноября 2020 года у нее срок годности. Я надеюсь, ее доделаю к этому времени.
У меня есть лосьон для тела с какой-то посылки от Лёльки от Oriflame 150 миллилитров до июня 2020, до июня следующего года его надо использовать. 12 месяцев после вскрытия, все никак не открою, все никак не уюзаю. Боди-лосьон, какой-то, короче, лосьон. Яблоко и что-то там еще. Вот. Спасибо Лёльке, я его обязательно уюзаю. У меня есть еще один от Лёльки подарок, кола био лаванда, крем для рук, увлажнение, защита. Масло лаванды успокаивает, восстанавливает кожу рук. Точно такой же крем для ног я юзаю в этих пустых баночках. Он будет и такого тюбика, вот именно как крема для ног, тоже 75 мл, хватает на 2 месяца. Вот тут 75 мл, я его еще не вскрывала. В общем, вот крем для рук у меня есть в запасах. Один от Ифраше, от Ирки, подписчицы или зрительницы, наверное, у нее вроде нет аккаунта на YouTube, у меня, короче, есть, и я его юзаю. Один хотела в пустые баночки сунуть, унесла в сад, думала там, ну, как бы его там заюзали, но ванилька белая. Та лимитка, это уже не знаю какого года. Короче, я его юзала в деревне, в прошлом году я его юзала, он у меня в сумке лежал, и я его внесла в сад, потому что на, как бы, крем для рук было, но пропустила момент, когда он закончился, чтобы заснять его хотя бы в саду на пустую баночку, но вот он у меня закончился раньше, чем я, его выкинули раньше, чем я его обозрела, так что гаман насай. Так, это у нас лосьон, это крем для тела, бодикрем. Oriflame 200 миллилитров от Лёльки из ее последней посылки. Я его даже, по-моему, вскрывала. 12 месяцев после вскрытия. Надеюсь, я его успею уделать за 12 месяцев. В крайнем случае, я его буду уделать через раз, как крем для ног. Так, это я покупала последний раз, когда была в Ярике, в Ифраше. Ифраше, лимитка, персик и анис 200 мл, сделанного в России под присмотром Франции 12 месяцев после вскрытия. Я уже поднюхивала, ну, я его, конечно, уделаю. Спасибо мне, что я его купила. Это Женька мне подарила на Новый год, ну, в декабре прошлого года свояная. По-моему, там 3 месяца живет, в смысле, пардон, 3 года живет, 12 месяцев после вскрытия. Я надеюсь, оно за 12, на 13 месяц после вскрытия не сдохнет, потому что я им юзалась, ну, пользовала, но сейчас я пользую несколько иное средство. Как бы, ну, оно мне не совсем по делу, потому что я ничего такого не делаю с волосами, чтобы они, допустим, стояли дыбом или как-то так. Что оно заменяет какие-нибудь там спреи для волос. Сыворотка для тонких и нормальных волос. Магия гиалурона 100 мл 12 месяцев после вскрытия. Avon Edwin Technic. Вот. Еще был бальзам для волос. Он, в принципе, был неплохой. Не был в каких-то пустых баночках. Вот эта штука еще у меня стоит. Так. Если вдруг кто-то будет вякать, а ты что Женьке подарила? Мне, помню, в комментах что-то подобное писали. Я ей подарила кружки от Ифраше новогодние для парочки такой, типа, влюбленной, но, к сожалению, смогла отдать уже вот только... Смогли мы с ней встретиться только уже после Нового года. Я так планировала, что она будет своим благоверным сидеть, пить чай из этих кружечек по Новый год. Короче, Avon Care увлажнение с алоэ и огурцом, очищающее средство для лица, для всех типов кожи, 200 мл. От Лёльки я подобную штуку пользовала, очень хорошая штука, экономичная, ну, когда-нибудь я ее тоже заюзаю, надеюсь. Так, это я мне пришло в подарок от Ифраше, когда я делала какой-то заказ, оно так, было вообще запаянное. В общем, Ифраше Гидро Вежитали Экотуб, экономичный флакончик, меньше пластика, больше чего-то там, 125 мл. Ой, пардон, сделано во Франции 6 месяцев после вскрытия. Сроком оно у нас, где этот срок-то хоть? До октября 2021 года. Я надеюсь, его тоже заюзаю. И последнее средство из запасов, это тоже от Лёльки, Avon Care, тонус с ароматом банана, лосьон для тела, для всех типов кожи, 400 мл. Мне вообще нравятся из таких флакончиков эти Avon Care лосьончики для тела, у меня был один, долго стоял, потом все-таки я его заюзала с розовым жасмином, я еще когда была этим представителем Avon, покупала. В общем,
Вот такой у меня запас запасов мыльно-рыльных этих самых прибамбасов. Всем спасибо за просмотр, ну и всем пока!